Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, смотрите игровой канал Вредного Енота. Мы с вами продолжаем играть в игрушку Valiant Heart. Тихо. Мы гонимся за бароном, с которым у каждого из нас личные счеты. Поэтому давайте попробуем, бляха-муха, что-то как-то совсем печально. Ну-ка, тихо-на. Тихо, нормально. Бежим! Нет, беги! Молодец, назад, вперед! Вот такими хитрым образом сейчас. Так, короче, да вы охренели, что ли? Пацаны, тихо! Тихо! Нормально, успеем! Успеем! Все, спрятались! Все, вот он, собака, барон-то сваливает! Ну, короче, нам нужно, хочешь не хочешь, его поймать. У нас еще дофига играть. У нас еще дофига войны. Нам нужно его, блин, хочешь-хочешь, ловить по-любому надо. Так. Ага. А мы теперь за тебя. Хорош. Точно. Это ж мы ехали, нас тут побили ж немножко. Барон-то не хотел? Че сос? Ну пойдем сос. Соску тебе дать, что ли, или что? Сосо! Нет у нас сосо! Что тебе надо? Так, короче, давай. В смысле, так ты это, ага, вот так. Давай, пойдет. Это по... Не понял. А! Ну-ка, пойдем. Собакен, пошли нам, наверное, вот сюда, да? Точно. Опа, что это? Смотри, таракан какой-то дохлый. А, нет, это всего-навсего джинсы. Всего-то на себе джинсы. Таракан сразу кричать. Во! В смысле? Так ты, собакен, так... Ой, подожди. Да, вот сюда. Все, давай, тусуйся там. Понял? Ставчик. Так, подожди, собакен, а я тебе палку-то? Да подожди ты, собаки. Да смысл? Ай! Ну, собакен, что ты так делаешь? Я же тебе сказал, подожди там, никуда не денусь. Я тебе палку ищу, тебе палку надо где-то взять. Хрен его знает. Так, хорош, пошли сюда. Да в смысле, собака? Ты прикинь, да? Какое непослушное стало. Во! Да в... Мысли. Подожди, а куда она ведет-то? Ну? Туда. Давай быстрее, пока она не убежала, собака такая. О, молодец. Так, допустим. Слушай, тут прыгай-то, ё-моё, светит и да спрыгни, поймаем. Мне тебе где палку-то взять? Ты охренел, что ли? Так, там вот пацан какой-то вообще ребёт. Пацану я нужнее, пойдем к пацану. Че ты орешь? Да че вам все помощь нужна? А мне так не нужна, да? Почему? Опа, собака прибежала. Сос. Да че, подожди. Во. Сос. Ну. Ну давай, че, пойдем. Керли. А тут еще вниз куда-то можно. Подожди, тебе, наверное, туда, да? Подожди, а нам туда, наверное, тоже надо. Давай туда сходим. Ну-ка, мы сюда можем? Можем. Подожди, а... Секунду. Ага. Да вам что, всем помощь нужна? А я тут что, блин? Спидермен, что ли, или что? Рима Второй Мировой. Что это? А, жизнь Телу. Сложишься в годы Первой мировой условия, когда практически все годные к военной службе мужчины были отправлены на фронт, женщины, дети и старики пошли работать на заводы и фабрики, выпускать необходимые фронту товары. Главным образом, боеприпасы. Массовым было и производство бинтов, которых на передовой постоянно не хватало. Присоединиться слабого пола стали свои профессии, традиционно считавшиеся мужскими, и нередко назначались на руководящие должности. Некоторые женщины даже отправились на фронт, причем в роли бойцов, а не медсестер. Так, сел. Что у меня нижняя часть экрана фильтром закрывается. Так, мы побежали. Что за батон, блин? Опа. Да нет, подожди, вот это. Что это? Что такое? Херня. Не знаю, что такое, я не понял. Какая-то маска, хрень пойми какая, с чем-то. Так, ну-ка, хорош. Что тебе опять сос? Ща как поварюшка, я дам лобешник. Блин, я не знаю, что ты им делать. Всем что-то от меня надо. И хоть бы кто спросил, да, а что мне-то надо? Ладно. Мы не эгоисты, мы будем помогать всем. Ну, почти. А вот что с тобой делать надо? Ну, я понял, что ты горишь. А я чем могу помочь?
Я вот пока не вкурил никак. Стой назад! Да алё, гараж, ты чё, блин? Да нет! Да вы прикалываетесь, да? Да пошла ты, блин, из-за твоего, блин, мужика взял и помер. Так, стой. А, нет, в смысле, нормально всё, да? А, нет, так, ништяк. А я знаю, что делать. Собакен, тащи! Давай, прям вот за усы. Пускай они там будут до этого. Опа. Ах ты ж падла, она мне нужна была. А ты ж тварь такая. Заныкал, да? Закрысил. Я тебя вот спасаю, а ты закрысил. Пойдем. Бляха. Мне, ему главное помоги, а он мне не хочет помогать. Охренеть. Вот само бы не вывалилось. Так, пойдем. Хрен бы мы вообще кого-то спасли. Так, ну-ка давай. Подожди. Мы... А, подожди, я понял, да. Пускаем. Так. Ага, сама ты не догадаешься, хорошо. Ну, давай. Так, вот теперь пошли. Ты куда ты побежала? Да в смысле? Чё за ботва? Ну, собака, ну мы же это проходили уже. Бобик. Ну-ка, давай. Всё, давай туда. Сиди, жди. Сиди, жди. Я сижу с тобой. Бляха, пока за тобой следил, пробежал мимо. Поворот. Так, короче, давай. Не-не, нормально. Да, вот так. Поехали. Во, красавец. Я не знаю, я его буду Бубик называть. У меня вообще все собаки Бубики. Не знаю почему. Не Бобики, ничего, а именно... Это. Да, этому мудаку, что он такой дурак, понять не может. У тебя зацепил, все, интеллигент, все, руки не можешь заморать, что ли. Давай, блин. Ага, сейчас, блин. Собаку мою забери, ты что? Падла. Сам так спасер. А собаку тут ни хрена. Когда повышка, сука такая? Ну-ка. Бублик, давай поднимай меня. Сейчас там в шкафчик пошаримся. В том месте будем как-то сваливать, не знаю еще как. Так, пойдем. Понятия не имею, как сейчас будем сваливать. Так, опа, еще что-то шли. Ну-ка, давай. Что это? Что-то грамм херпами. Так, значит, знаешь, что надо? А я тебе скажу, что надо. Бублик, опускай. Ага. Бублик, поднимай. Бублик, вон туда. Все, хорош, красавчик. Все, давай опускаем собакена. Хотя, мне кажется, надо было его даже не вытаскивать. Мы сейчас бы просто вышли бы. Он бы у нас сам бы взял бы и поднялся. Бублик. В смысле? Я не допустил, что ли? Но. Че не так? Ну че ты? Бублик. Пошли. Бублик. Команд, пошли. Все, давай за мной, нормально все. О, я же говорю, надо было, короче, вообще его не спасать, Бублика, он у нас сам появился. Это во всех играх так. Так, короче, тебе что надо? Ты что? Ага. Сейчас, подожди, только поварюшку, блин, заточу. Вытащу. Там еще кто-то что-то орет. Да я понял, а мне как это вытащить-то? Да он там у тебя уже сгорел, дед, что ты паришься? Мелькусу, блин. Так. Ты хер узнает, что ему сделать, а как помочь-то? А, подожди. Все, хана мужику, пятки зажарил. Подожди, а если сверху? Давай-ка наверх попробуем. Так, подожди, вот сюда, да. А, вот, точно, чуть ли. Так. В смысле, а мы это же подбирали уже, нет? Да. Все, пошли наверх. Так, значит, смотри, собакен, что делаем? Что делаем? Я нажимаю крестик, а ты давай придумай, что делать, я не знаю. Давай вот так. Не, ну чисто теоретически, я, наверное, как-то должен это что-то как-то... Да, я, наверное, должен вот так вот встать, подумать, я не знаю, что делать. Реально, Киру знает.
Так, ладно, хер найди, пойдем вниз. Не вкурил я что-то делать, может, уже там помрет, а уже. Пока мы там придумываем. Одной проблемой меньше будет, почему нет. Так, подожди, нет, ну все-таки надо как-то спасать собак-то это. Короче, надо как-то вот эту верхнюю часть рубануть. Как я не понял. Он, видишь, он лезет. Давай. И все. И слишком толстый. Хорош, ну тогда посмотрим, что было у девчонки-то. Точно! Ну, естественно! Тихо, не зажарьте. Эл, логика. Сейчас все перережу. Ну-ка давай. Пойдем. У меня кусачки есть, сейчас все будет. Кстати, самое главное, не волнуйся. Ведем у тебя к твоим усатым тараканам. К твоим друзьям верным. Ну-ка давай-ка. Рубай. Хоба! 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 Ну алло! О! Все, должен будешь, пиво поставишь потом. Так я не слинял. Хоть бы спасибо сказал. Или убедился, что я теперь в безопасности. Просто возьму и выйду. Подло. Подожди, а нам туда надо было вообще, нет? Ой, не-не-не-не-не-не. Пошел, посмотреть. Так, Реймский собор. Французский город Рейм сильно пострадал во время войны. 19 сентября 1914 года отступавшие немцы подожгли местный собор. Так как город находился неподалеку от линии фронта, впоследствии собора стреляли из пушек и сбрасывали на него бомбы с дирижаблей. Из-за взрывов статуя Жанны Д'Арк, стоявшая перед зданием, лишилась руки. Лишь после этого ее сняли с постамента и спрятали в катакомбах. К концу войны в Реймсе осталось всего 1500 жителей. Че нашел? Так, подожди, не так. Сейчас я вспомню, как копать. Я понял. Во! Сегодня, смотри, бублик сегодня вообще молодец просто. А чё он папа-то, пацан, ревёт? Я ж там спасся, я ж вообще молодец, я же герой. То есть вы втроём такие крутые, да? Чё-то мне сейчас какие-то мысли. Ну-ка, я тебя спас. Всё, давай, я тебя спас. Давай, девчонку, пускай потрачит, привыкает с детства. Так, ты со мной, понятно. Давай, мужики, навались. О, красавчики. Давай. Во. Вся черт, дед Фину порвал. Он, смотри, видишь, скукожился есть такой, стоит. Дед это нахрена? Набла вон, девчонка молодая, набла ее. Ничего, молодой организм, заживет все. Так, я надеюсь, тут сейчас взрывов не будет, а? Очень бы не хотелось. Но началось. Хера ты щеманула меня подождать? Охереть. Подожди, реально, ты куда щеманул-то? Ты Бетховен, что ли? Музыкальный ты наш. Теперь кому так прилетел? Ага. Так, Бобик, тыкни. На. Сука. А получай, мудак. А так вот и живем. В смысле? Он сейчас не понял. Бобик, давай еще раз. Подожди, понял. Намек понял, не дурак, ща, подожди. Дай-ка я сюда жахну. Во, хорош. Да ты, бляха, бессмертный, что ли? На, блин, чтобы у тебя жопа там выскочила сверху. Ага. Понял, давай вот это. Понял, не это. Короче, ну-ка, Бобик, подвинуть надо. Во! Нет, Эмиль, твою мать, зачем ты это сделал? Так, Бобик, давай, нажимай, я, короче, фишку просек. Сейчас мы это, блин, разрыв задницы сделаем. Ну а как по-другому? Реально, что-то разрыв жопы ему устроим, вставайки такой. Что он твоя? Ну-ка на. В смысле? Не понял сейчас. Ладно. Давай так. Ну-ка, Бобик, жахни еще раз.
Подожди-ка его сюда. Ха-ха, мудак. Так, короче, давай, Бобик. Ну-ка, подвинь его. Красавчик. Все, не успел, не успел. Лось ты, блин. Кудрявый. Слышь, собак сутула, ты куда пошел-то? Ну-ка, давай сюда. Я тебе поварюшку в задницу запихаю. Мозги буду взбалтывать. Ты прикинь, да? Или нет сразу? Так, ну-ка, пойдем. А, сейчас, подожди, мы его сейчас сверху накроем. Сейчас оно как... молоточком-то по голове. Что-то сегодня аж кручусь, не знаю, тренинг такой прикольный, сижу, он кручусь. Так, подожди, подожди, подожди! И негры не умирают первыми. Ух, нихера ты. А может, и умрут. Подожди, а что делать надо? Ой, херовно. Двигатели. Я, короче, двигатели ему запороть как-то. Как? А, подожди, подожди, подожди. Я понял, 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 понял. Подбирай. В смысле? Кидай. На-на. Нет, не получилось. Или в него надо. Хера не понял. Сейчас куда-нибудь кинем. Так. Подбирай. Вот так надо, подожди. Огонь! Хорош! Красавчик! Тебя первый, на нахер, жахни. Во, я же говорю, жахни. Че ты там грозишь, а? Чебурек, бляха-муха. Ох, нихера ты! Фантомат разрушивался, бляха-муха. Ига, бежим, 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 друг, бежим. А еще второй надо двигатель захерачить, подожди. Может, я типа далеко буду? Ага. Прикинь, да что творит? Давай быстрее, 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 быстрее. Огонь! Хорош! А, тут просто винт достаточно был. Нормально, сойдет. Третий сейчас тебя кину, лобешник прям. А так лоб у тебя далеко, то это придет тебе в задницу. А ты как думал? Опа. Подожди. Подожди, так вот его винт слетел только, получается. Он еще не догорел. Нет, 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 ай, зачем? Падла такая, ладно, ладно, я понял. Сейчас, подожди, подожди, давай кидай уже, без толчек. Давай мне третью. Хорош. Чё ты мне там кулаками машешь? Да подожди. Хорош, пошла. Давай, кидай, кидай, кидай лошара. Первый, второй. Давай, давай. Ну давай. Первый, второй, третий, четвертый, мудак, пятый. Лови. Получи по 6 гранату. Хорош, давай еще. Давай. Давай, давай. Ну давай, зарись в руках еще. Давай, передержи. Второй, третий, четвертый, пятый. На-на. Давай туда еще раз херанем. Ай, не долетел. Ай, собака лоханулся. Надо было чуть-чуть поближе. Давай, давай еще раз. Ну, давай, 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 давай. Ну давай, кидай. Первый, второй, третий, четвертый. Собака, ты сутулая такая. Я тебя сейчас устрою, блин. О, смотри. Все, что там дергаешь, сейчас улетишь нахер у меня. Далеко и надолго. Да-да-да, я тоже могу. Давай, давай, давай. А ты че ему помогаешь? Ты ж за нас, собака. Ну и плевать, что на другой стороне. Шуранул бы его нахер оттуда, да и все. И спрыгал бы, и нормально. Переодел бы всего на все, переодел бы форму, и был бы за нас. Опа. Вот только не говорим, что сейчас опять гонки начнутся. Я надеюсь, вот эту музыку не порежет у меня YouTube. Хотя, в принципе, вроде тут не резал, нифига. Но на всякий случай. Во, в другом огонь нет. Глава вторая, извините, земля. Давайте музыки посмотрим. О, смотри, фестиваль какой-то. Немецкий, походу, опять. Ютюб местами ранее. Наверное, Октоберфест какой-нибудь. Бронеголубь.
Что тебе 14 год, Париж, Франция. А. Ребятки, давайте на сегодня мы, я думаю, закончим. Раз уж глава новая, соответственно, новый глава начнем с новой серии. Пока все ссылки будут в описании под видео, подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, ставьте комментарии, ссылайте. Всем удачи, всем пока.